Вот вам и первый вестник того, что это... То есть пальму вы увидели, да? Ну и вот Ялта вот такая она. Там чуть-чуть дальше будет видно лучше. Неплохо. И мы сейчас с вами туда поедем. Любоваться этой природой. И вот мы въезжаем непосредственно в Ялту. Очень жаль, что горы не освещены так, как я... Хотя, посмотрите, какая роскошь, все равно горы все равно видны, они освещены. Смотрите, как здорово все это видно в облаках. Здесь, насколько я помню, больше 1,5 километров высота. Ну и давайте проедем по Ялте, покажу вам, как она выглядит. Тут знак 40, поэтому мы едем медленно, но для вас, в принципе, это тоже красиво. Хорошо, наоборот, хорошо, я бы хотел сказать, потому что все детали нашей поездки можно различить, посмотреть, увидеть. Итак, мы едем прямо, никуда не сворачиваем. А, уже 60 здесь, кстати. А вот теперь 50. Странная вообще логика всего этого мероприятия. Ну и чё мы тут так едем-то? Вообще, очень дурацкий, короче, перекресток этот. Крайне непонятный, крайне неприятный. Смотрите на горы. Ну, горы вызывают эффект вау. Только посмотрите, как это все выглядит роскошно. Как повезло тем людям, которые живут здесь, в Ялте. С другой стороны, здесь живет моя племянница, которая сегодня мне высказала следующее. Здесь ничего интересного нет. Но это говорит о том, что нужно уже менять место проживания, место дислокации. Вот. Очень важно получать удовольствие все-таки от ваших прожитых дней. И если вам уже не очень нравится, скажем, тот город, в котором вы живете, вам стоит переезжать. Здесь работает моя племянница. В тот день я проехал несколько заправок, прежде чем увидел свою племянницу. Когда я ждал свою племянницу с работы, я решил съездить на Айпетри, и дорога моя лежала на самый верх, на самое плато. Я вам покажу дорогу туда и также покажу, что я увидел наверху.
можно. Алиса, где мы сейчас находимся? Привет, Алиса. Ноль на массу вообще не реагирует. Кстати, здесь должен быть водопад. Я думаю, примерно тут. Поселок городского типа, Виноградное, Бахчисарайское шоссе. Вот так. Это причем Бахчисарайское шоссе, ребят. Хотя Бахчисарай находится хрен знает где. Ну и что еще хочу сказать. Сейчас нам Алиса даже поможет назвать, какой здесь есть водопад. Слушай, Алиса, какой водопад находится рядом с нами? Показываю варианты. Нет, ну что ты вот это вот показываешь варианты? Варианты не нужны. Водопад, по-моему, у Чансу он называется. Как ее там? Привет, Алиса. К моему большому сожалению, Алиса так и не смогла мне помочь на этом участке дороги. Поэтому мне пришлось ехать самому. Такое вот место прямо на, ну, практически на вершине Ай-Петри. Очень красиво. Мы выходим. У нас очень мало времени, поэтому я замолкаю. Посмотрите. На этом все, друзья. Удачи всем. Пока. Итак, ребят, я вынужден был переставить со своего дрона. Кстати, тут такая флешка, фишка есть. Можно как-то вот таким образом ставить сюда SD-карты. Сейчас попробуем. Мне ее девать некуда. Вот так SD-карта становится. И можно за нее не переживать. Она находится в классном боксе. Ничего с ней не будет точно. Ну, а я тем временем приехал, заехал на сам уже, на саму Ай-Петри. Вот. И теперь уже здесь даже смог дважды полетать. Сорян. Смог два раза полетать здесь. И последнее, что я сделал, я флешку, ну, SD-карту, короче, с дрона. А у меня на дроне было 128 гигабайт. Перекинул сейчас сюда, на GoPro. Тем самым у меня сейчас на GoPro где-то 5 часов я могу снимать видосов. Ну и все спрашивают: ребята, вы на конях поедете? Как будто ради коней все приехали. Нет, все приехали сюда не ради коней, безусловно. Вот так это все выглядит. Кстати, здесь были какие-то заведения. А там был целый рынок, насколько я помню. И все это почистили. Так сказать, незаконно. Блин. Представляете, вот здесь были сосиски, самые вкусные. Закрытых. Ну как так можно? Приехать специально за вашими сосисками на высоте и ничего не обнаружить. Ладно, давайте покажу вам эти красоты здесь. На вершине горы вы забываете обо всем. О своих проблемах и печалях. Здесь по-другому дышится и видно дальше. Вы только посмотрите на эту красоту. Thank you.
он едет по колесам. Потому что колесики держат. Давайте он не видит. Видишь, что это с моей пиздец? Давай. Он зачем туда на крышу? Не на крышу, он сразу внутрь. Сюда сюда не видит. Он зачем-то. Ну и там один человек сидит всего лишь. Потом у него люди сядут, и он потом спустится вниз. А что он так очень сильно погружается? Ну вот там, видишь, там вон, вокзал. Да. Он берет вниз. Значит, человек один выйдет, другие сейчас сядут в него, и поедут вниз. Потянут за дорогу. Здорово. Да. Давай там встану. Давай. Что увидим со стороны? Да. Я сейчас еду непосредственно с этой площадки, на которой я с вами попрощался. Просто, ну, не думал, что еще будет повод общаться, но я просто вот еду по этой дороге и хочу заметить, что дорога на Ай-Петре, вот эта в частности, она требует ремонта, и, ну, если выражаться по-народному, по-древнерусски, то отвратительная. Сплошные ямы, какие-то насыпки здесь непонятные. Я считаю, что нужно дать людям миллион или сколько требуется для того, чтобы восстановить все эти дороги. И хотя черт его знает, может, я опоздал, потому что с той стороны, вот с той стороны, там, где, ну, с обратной стороны от Ай-Петри, там закрыта дорога, следовательно, возможно, ее и делают, кто его знает. Если это так, то было бы здорово. Я, к сожалению, не могу вам сказать, это так или нет. Я уже возвращаюсь вниз, опять еду в Ялту и вечером покажу вам эту Ялту, как она выглядит именно ночью, уже не вечером, потому что вечер уже сейчас, уже половина седьмого вечера. Мы находимся еще на вершине Ай-Петри. Вот, всячески дружелюбные товарищи прыгают прямо под машины, останавливают, приглашают, призывают, прям как будто у них самые вкусные шашлыки и хачапури, либо манты, у меня аж слюнки появились. Я знаю только одно место здесь, на вершине, где действительно все очень вкусно. К сожалению, в данном видео я не сделаю рекламку этому месту, потому что, ну, просто я не знаю, как выглядит сейчас после реконструкции этот павильон, где работает этот мужчина. Он тут работает очень давно, и, ну, грубо говоря, он меня не знает. Но зато я его уже в лицо знаю, потому что не один десяток лет езжу сюда и кушаю именно у него. Кстати, попался один момент, когда я был тоже здесь, заказывал еду, шашлыки. Так, мне сделали шашлыки на сковородке. Я говорю, вы что, издеваетесь? Представляете, на сковородке шашлыки на Ай-Петре. А вот, правда, я потребовал нормального к себе отношения. За салатик заплатил, вот, а за непосредственно уже за сам шашлык я не платил, потому что я его, собственно говоря, даже и не смог докушать. А вот, в настоящий момент мы спускаемся вниз к подножью Ай-Петри, и давайте я покажу вам, насколько сложная здесь дорога, тем более сейчас уже ночное время настанет. Вот такие крутые здесь серпантины. Собственно говоря, никого не удивить этими серпантинами. Однако... И действительно, ночь наступила очень быстро. И темнота окутала лес. Друзья, в действительности картинка оказалась очень темной, и мне пришлось искусственно завысить ее яркость.
съемка, если 800, качество отвратительное, стабилизации скорее всего никакой. Но несмотря на это, я хочу вам показать, вот какая Ялта есть. Я только что был на Айпетре наверху, вот прям там, вот прям на самом верху, вот там вот, и у меня до сих пор заложены уши. То есть это, ну, достаточно, ну, проблематично туда съездить. Вон вершины. Достаточно темная Ялта вот сейчас, достаточно темный участок. То есть мы вот сейчас въезжаем в освещенный, интересный. Это вроде у нас ТЭС, а мне нужно на АТАН. И я опаздываю уже на 17 минут. Вот та вот следующая зеленая, это будет с левой стороны, а с правой стороны уже моя. Ухо, прям как на самолете, знаете. Я прям так ехал, ну, скорость 60-65 примерно по этому серпантину, он достаточно... Ухо что-то не отдупляет, не хочет. Не продувается, ничего. Так вот. Уже, конечно, немножко подуставший, но при этом все-таки в нормальном таком состоянии, адекватный. Еще хочется прогуляться по набережной, смотреть хуй-ху. Наверное, вот эта вот заправка мне нужна. Да, вот на нее сейчас я и заеду. Да, вот примерно вот так. Пойдем? Ну да. Вот так вот выглядит у нас. О, кстати, я не видел вот этих круглых красных штуковин. Это по типу. Это по типу московских. Почему фонтаны? Здесь фонтаны работают вот здесь или нет? Или просто подсветка? Это просто подсветка, которая фигуром вырабатывается вот там. Почему? Высказывание? А. Нет, автобус. Ну смотри, народу сколько. Ну мы слишком далеко туда не будем заходить, просто так вот. Все, вот, показали эту штуку, пошли дальше. Прекрасный день, который увенчался замечательным вечером с моей любимой племянницей.